We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning, ladies and gentlemen. Доброе утро, дамы и господа. Добро пожаловать в Польшу, добро пожаловать в Катовице. Это церемония открытия 16-го форума ООН по управлению интернетом. И он проходит по инициативе Организации Объединенных Наций. Здесь будет проводиться международная дискуссия на тему развития интернета. Меня зовут Агата Конарска, я журналистка, и мне выпала большая честь приветствовать вас на этом очень важном международном событии. Приветствую всех собранных здесь, в этом гостеприимном зале Международного конгресс-центра в городе Катовице. Приветствую подсекретаря генерального ООН господина Юн Зинмина. Юн Зинмина, пожалуйста, приглашаю вас занять место. Премьер-министр Республики Польша, господин Матеуш Моравецкий. Слово во время нашей церемонии возьмет Антонио Гутерреш, председатель ООН, и также президент Польши Анджей Дуда. Приветствуем всех, кто с нами в онлайновом режиме, потому что мы будем говорить об интернете. Мы встречаемся на цифровом форуме под лозунгом доступного и дружелюбного интернета. Интернет, который объединяет всех участников, всех пользователей, создавая единственную одну общественность. Во время пандемии интернет оказался очень полезным. Он помог нам организовать нашу жизнь. И он стал важнее, чем нам это казалось буквально несколько месяцев до начала пандемии. Это показывает, насколько важным стал интернет в нашей жизни. Дамы и господа, мы все живем в цифровом мире. Это факт. Впервые в истории мы встречаемся на интернет-саммите, цифровом саммите ООН здесь, в Польше, в городе Катовице. Это большая честь, что мы можем организовать этот саммит. Мы убеждены, что это будет платформа обмена опытом, обмена мнениями на тему будущего интернета, что это будет место, где каждый сможет выразить свое мнение. А перед нами у нас впереди 5 дней, наполненных событиями, мероприятиями, мастер-классами, дискуссиями на тему цифрового мира. Мы будем говорить о законодательстве, о доступных в настоящее время технологиях, и также о технологиях будущего, также и о квантовых технологиях. Мы услышим голоса со всего мира, министров цифровизации, предпринимателей, представителей научной среды. Они все принимают участие в нашем саммите. Мы будем также обсуждать горизонтальные вопросы, касающиеся доступа в интернет, потому что следует помнить, что пока что половины человечества нет стабильного доступа в интернет. Во время нашего саммита в 2001 году мы будем свидетелями важных решений, касающихся будущего интернета. Эти решения повлияют на то, как мы пользуемся интернетом.
В течение двух лет, с 2019 года, 70-82 миллиона новых пользователей начало пользоваться интернетом, то есть более чем в два раза это превышает число населения Соединенных Штатов. Глобальная пандемия ускорила цифризацию, и цифризация касается почти всех сфер нашей жизни. Мы видим, что именно молодые пользователи интернета играют очень большую роль в развитии интернета, потому что будущее в руках молодежи. Поэтому очень важным элементом этого выпуска нашего саммита является саммит молодежи в рамках IGF. Это саммит, в котором могут участвовать все благодаря его гибридной формуле в том числе. Так что, уважаемые дамы и господа, стоит здесь присутствовать с нами. И время начинать. Господин Юзен Мин будет первым выступающим. Сердечно приглашаю вас на сцену для произнесения нескольких замечаний до начала выступления генерального секретаря ООН. Your Excellency, Mr. Duda, President Poland, Your Excellency, Mr. Morawiecki, Prime Minister. Уважаемый господин президент, господин премьер-министр, господин мэр города Катовица, уважаемые гости, от имени генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша я официально приветствую вас всех на церемонии открытия цифрового саммита ООН в городе Катовице. К сожалению, ввиду других обязательств и обязанностей генеральный секретарь не смог приехать к нам в Катовице. Однако у нас будет возможность услышать его голос, его краткое высказывание. Пандемия COVID-19 подчеркнула изменяющую жизнь силу интернета. Цифровые технологии помогали нам выжить в период пандемии, но пандемия также увеличила большой цифровой разрыв, манипуляцию и другие элементы. Мы можем только вместе противостоять этим вызовам. Мы должны получить вместе обратно контроль над нашими данными и вести борьбу против речи ненависти. Европейский саммит может сыграть ключевую роль. Видение открытой цифрового будущего – это основа нашего roadmap, то есть нашей дорожной карты. В нашем последнем отчете я привел возможность, я получил возможность получил возможность и желаю вам удачного проведения прений. Dear participants, I join Secretary-General Antonio Guterres in extending. Сердечно благодарим за эти слова. Уважаемые дамы и господа, я хочу сердечно поблагодарить правительство Республики Польша. Мои благодарности президенту Анджею Дуде, голос которого мы вскоре услышим. Я также сердечно благодарю за участие премьер-министра Матеуша Моравецкого в этой церемонии открытия форума. Объединенный интернет. Вот это лозунг данного интернет-саммита ООН. Сейчас больше, чем когда-либо раньше, мы свидетели того, как пандемия COVID-19 изменила нашу жизнь. Пандемия повлияла на то, как мы живем, работаем, как мы общаемся друг с другом. И она еще сильнее показала то, что люди, не подключенные к интернету, остаются позади этих изменений.
Цифровой саммит ООН хочет поспособствовать формированию нового цифрового будущего мира. Во время кризиса, вызванного пандемией COVID-2019, конечно, легче это сказать, чем сделать. Но, безусловно, если мы будем действовать вместе, мы можем одержать успех. Поэтому, уважаемые участники, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей, к нашей цифровой встрече онлайн или здесь на месте. Зарегистрировались уже около 8 тысяч участников, представляющих правительственные агентства, неправительственные организации, правительственные организации, вузы, исследовательские учреждения и университетское сообщество. Все участники будут принимать участие в дискуссии во время более 200 различных дискуссий, которые будут проведены в ходе форума. Они будут касаться доступа к интернету, общественного, экономического развития, обеспечения уважения к правам человека, взаимодоверию и сотрудничества, а также появления нового урегулирования. Я верю, что будет иметь место очень плодотворный обмен опытом, который позволит нам совместно формировать наше цифровое будущее. Мы хотим добраться к тем людям, которые могут вводить очень конкретные изменения, которые могут оказывать воздействие. Организация Объединенных Наций берет на себя полные обязательства по созданию более лучшей интернет-среды. И я надеюсь, что вы станете частью этого процесса, который проходит здесь, в Катовице, во время 16-го цифрового саммита ООН. Благодарю за внимание. Сердечно благодарим. Это был господин Лю Чжэньми, подсекретарь по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций. Благодарю вас за то, что вы с нами в Катовице. А теперь я предоставляю слово господину президенту Республики Польша. Господин Андрей Дуда выступит для нас в форме видео. Уважаемые гости, уважаемые участники 16-го форума по управлению интернетом Организации Объединенных Наций. Это для меня большое удовольствие и настоящая честь приветствовать вас на 16-м выпуске саммита EGF в этом прекрасном городе и динамичном городе Катовице. К сожалению, сегодня я не могу лично присоединиться к вам. Однако я с большим удовлетворением могу приветствовать вас, самые авторитетное интернет-сообщество, представителей организаций, связанных с цифровизацией. И я хочу вам передать мои наилучшие пожелания. Из-за пандемии COVID-19 мы видим в настоящий момент, насколько существенной является цифровое пространство. Будем честными, без интернета мы не смогли бы встречаться в ходе такого события в такой многочисленной компании. Это правда, что мы все живем в цифровом мире, но в то же время мы живем во время больших вызовов, которые влияют на нашу жизнь. Поэтому мы все ищем среду, которая может быть безопасной, нейтральной, базирующейся на взаимодоверии. И только от нас, мирового сообщества, зависит то, как мы будем формировать это пространство. Цифровая трансформация необходима для нашего глобального благополучия. Но все же нам предстоит ответить на такой существенный вопрос, как то, каким образом цифровизация изменяет нашу жизнь, как мы можем лучше воспользоваться всеми преимуществами цифровизации в глобальном масштабе, можно ли нам полностью довериться развивающимся технологиям, как лучшим образом использовать их потенциал, как защищать права человека в цифровом пространстве. Ответы на эти вопросы нам придется найти совместно не на уровне отдельной страны, региона или одной группы заинтересованных сторон. То, что нам нужно, это совместные усилия. В другом случае успеха не будет.
Уважаемые участники цифрового саммита, я очень рад, что сегодня Польша находится в самом центре дебатов по решению этих проблем. Некоторые из вас прошли долгий путь, чтобы приехать в Центральную Европу, в регион, который отличается исключительной энергией, является домом амбициозных наций и в то же время трудолюбивых, талантливых и творческих людей. Я надеюсь, что вы оцените по достоинству преимущества этого удивительного региона. Тем более, что я вижу такой замечательный ответ со стороны молодого поколения пользователей интернета. Ваш голос так важен для процесса, который будет обсуждаться в Катовице в течение последующих дней. Будущее в ваших руках, и эти дебаты тоже. Говоря о будущем, я хочу не упустить возможность упомянуть, что в этом году мы отмечаем столетие со дня рождения Станислава Лема, исключительного писателя-футуролога, который писал, что мы не хотим завоевывать космос, а просто расширить границы Земли до границ космоса. Действительно ли у интернета нет границ? А если да, то можно ли нам расширить эти границы за пределы наших привычек? Является ли глобальная сеть этой последней границей? Я уверен, что эти вопросы станут неотъемлемой частью ведущего здесь диалога. Тем более, что главным лозунгом саммита ИГФ в Польше является объединенный интернет, свободный, открытый и неделимый. Я желаю вам плодотворной интеллектуальной работы, плодотворных и страстных дискуссий, а также смелых выводов. Надеюсь, что ваши прения принесут плоды в виде интернета, который станет ценным, беспечным, инклюзивным и опирающимся на взаимодоверие местом. Благодарю за внимание. Это был президент Республики Польша господин Анджей Дуда. Уважаемые дамы и господа, премьер-министр Республики Польша господин Матеуш Моравецкий тоже с нами. Пані і панове, уважаемые дамы и господа, уважаемый заместитель генерального секретаря ООН по управлению глобальным интернетом, уважаемые министры, депутаты, уважаемые гости, мы уже давно в виртуальном и реальном мире наблюдаем сплоченность этих действительностей сначала в литературе, а потом все больше в реальной жизни. И сегодня мы наблюдаем объединение этих двух миров во время в нашей повседневной жизни, во всех делах, связанных с экономикой, с экономической жизнью, с соцсетями и с государственной администрацией, органами территориального управления и также межчеловеческими контактами. Так что сегодня мы становимся членами глобального интернет-сообщества, большого сообщества, которое может способствовать прекрасному росту и развитию в будущем. Одновременно это может быть капкан и угроза, немножко так, как нож, которым можно разрезать хлеб или можно кого-то нанести кому-то ущерб. Интернет такое же орудие, такой же инструмент, но он влияет на жизни всех людей во всем мире. Интернет – это прекрасное обещание относительно будущего, относительно объединенной жизни людей. Люди объединены этой все более эффективной сетью, видят
это, в частности, в здравоохранении и в других сферах. Сегодня мы встречаемся с вами год спустя, то есть в прошлом году наш форум был отменен, и мы знаем, какую силу имеет пандемия. Одновременно все интернет-решения, электронные медицинские бюллетени и другие электронные инструменты спасли много человеческих жизней там, где были внедрены, в частности, в Польше. Это хорошие стороны интернета, это его преимущество. Одновременно мы видим многие хакерские атаки, растущие атаки со стороны разных государств, где интернет используется в качестве оружия. И поэтому не так уж много дел, которые важнее того, что мы можем сегодня сказать на форуме саммита ООН. Мы должны разрабатывать общие решения по управлению интернетом. Если мы не платим за данный продукт, тогда продуктом являешься ты. Я думаю, что эта фраза хорошо отражает существование личности в эпоху интернета, в эпоху социальных сетей. Если ты не платишь за продукт, продуктом являешься ты. Мы должны отдавать тебе отчет в том, насколько сильным оружием является интернет, и насколько важно, чтобы разрабатывать сегодня уже под руководством ООН и других организаций, важно разрабатывать регулирование и систему управления интернетом. Это вызов, который соответствует 21 веку. И мы можем справиться с этим вызовом, только лишь работая вместе. Когда появились более 100 лет тому назад первые монополии, национальные государства справились с этим, по крайней мере, в большой степени, вводя антимонопольное учреждение, так и сегодня мы встали на пороге глобальных вызовов, и мы должны с ними справляться. А в отношении дискуссии об интернете мы должны разрабатывать глобальные решения именно в области интернета. Это один из больших вызовов человечества и также тех, которые предстоят перед Организации Объединенных Наций, которая была создана после Второй мировой войны для того, чтобы мир стал лучше, чтобы заботиться о мире, о стабильности, о развитии в 20 веке. Я думаю, что также и сегодня Организация Объединенных Наций сможет справиться с вызовами 21 века. Одним из этих крупнейших вызовов является необходимость разработать передовые практики, модели и обязанности для всех стран мира по управлению интернетом, этим прекрасным инструментом, который, тем не менее, порождает много рисков. Я убежден, что сегодняшняя конференция в Катовице и этот саммит будет способствовать разработке новых решений и одновременно сможет способствовать внедрению этих решений во всех странах, во всем мире. Огромное спасибо организаторам. Благодарю заместителя генерального секретаря ООН, который лично присутствует сегодня с нами. Благодарю всех участников. Желаю вам плодотворных прений. И надеюсь, что будут здесь разработаны конкретные решения для на благо всего человечества. Спасибо. Огромное спасибо. Это был премьер-министр Республики Польша. Благодарю за ваше выступление. А сейчас хочу сказать, что офис премьер-министра
министра Республики Польша является соорганизатором этого саммита. Мы в городе Катовице. Сейчас я хочу предоставить слово мэру города Катовице, господин Марцин Крупа, сейчас выступит перед вами. Дамы и господа. Дамы и господа, уважаемые посетители, дюжину лет назад наш город сделал первый шаг на пути к своему преображению. В то время мы также сосредоточились на инновациях, творчестве, а также, или может быть в первую очередь, на наших жителях, без которых эта трансформация не могла бы состояться. Это был тот импульс, благодаря которому город Катовице стал одновременно центром современных технологий, городом великих событий и центром деловых встреч. Международный конгресс-центр, в котором мы вас встречаем, является одним из лучших результатов этих перемен. Имею огромную честь приветствовать вас на Всемирном форуме по управлению интернетом. Польша впервые принимает гостей в ходе этого престижного мероприятия. Я безмерно горжусь тем, что это еще одно мероприятие в Катовице под руководством ООН. Все это началось в 2018 году с климатического саммита COP24. Сейчас мы встречаемся в ходе EGF, а уже в следующем году мы будем принимать участников Всемирного форума городов WF11. Это показывает, насколько важным городом на карте мира стал город Катовице. Нам не остается просто вас сердечно пригласить к совместной дискуссии о будущем интернета. Пусть эта встреча станет местом плодотворного обмена мыслями и опытом по управлению интернетом. Добро пожаловать в Катовице. Господин Марцин Крупа, мэр города Катовице. Это город, который расположен в самом центре глобальных дебатов о развитии интернета. Уважаемые дамы и господа, пришло время выступлений, открывающих и выступлений различных групп заинтересованных сторон. С нами госпожа Дорин Богдан-Мартин, глава Международного электронного союза. Добрый день. Для некоторых, может быть, добрый вечер. Дамы и господа, это для меня огромная честь, что я могу участвовать в этой церемонии открытия 16-го выпуска цифрового саммита ООН. В настоящий момент я представляю генерального секретаря Международной электронного союза Хулиан Жяо, который не смог с нами быть. Встреча в этом году в городе Катовице имеет для меня особое значение в связи с моими польскими корнями. Это также особенная встреча для Международного электронного союза ввиду того, что мы отмечаем 100-ю годовщину со дня вступления Польши в наш союз. Выпуск EGF этого года ставит перед нами очень серьезные вызовы. Мы хотим, чтобы интернет стал одним объединенным сообществом. Объединенный интернет — это нечто более просто лозунга цифрового саммита. Объединенный интернет — это призвание действовать. Это мы имеем в виду, чтобы мы могли совместно наращивать глобальную связь. Новые данные, опубликованные на прошедшей неделе, показывают, что сильно ускорил рост числа пользователей интернета за время пандемии, но все еще 37% мирового населения, то есть 2,9 миллиардов людей, человек — это люди, которые не могут осуществлять свою деятельность онлайн, у которых вообще нет доступа к интернету. Декабрь проходит очень быстро. Мы подходим к концу года. Я верю, что этот год может стать действительно критичным годом с точки зрения наших усилий, которые мы предпринимаем
чтобы справиться с цифровым исключением. В январе месяце Международное сообщество Объединенных Наций встретится в Катаре во время конференции, которая будет там проходить. В этой конференции будут принимать участие также представители Международной электронного союза, и мы будем говорить о том, чему мы научились во время пандемии COVID-19. Для международной электронной связи, для Международного союза электросвязи, урок, который мы получили в ходе пандемии COVID-19, связан с повышением вовлеченности в то, что проходит во время этой пандемии. Быть частью интернет-сообщества – это не вещь, которую мы можем принимать, что всегда будет. Мы хотим создавать общество, которое будет безопасным и доступным. Международный союз электросвязи долгие годы поддерживает цифровой саммит Организации Объединенных Наций, и мы с нетерпением ожидаем выводы, которые будут сделаны в ходе выпуска цифрового саммита в этом году, а также мы ждем выводы, которые будут сделаны в отчете Генерального секретаря ООН. Надеюсь, что многие из вас присоединятся к приближающемуся форуму, который будет проводиться нашим союзом. А сейчас я хочу вам желать плодотворных собеседований в ходе форума и что нам вместе удастся создать объединенное совместное будущее без ограничений в цифровой связи. А теперь перед нами господин Ральф Мупита, председатель МТН, общества МТН. Он с нами онлайн. И приглашаем вас взять слово. Большое спасибо. Сердечно всех приветствую. Я с вами соединяюсь из Йоганнесбурга и в ЮАР. Передаю мои приветы всем участникам сегодняшнего мероприятия и желаю вам плодотворных дискуссий на тему интернета и свобод пользователей интернета. Начну с нескольких слов о нашей роли, о роли группы МТН. Я бы хотел сказать слово к тому, как мы способствуем повышению доступности интернета в мире, в частности в Африке, где мы присутствуем примерно в 17 или 18 странах. Мы сотрудничаем также с рынками Ближнего Востока, осуществляем нашу деятельность в очень широком масштабе и обеспечиваем наших пользователей доступом к интернету. Стоит упомянуть, что существует много рынков, на которых не у всех еще есть доступ к интернету. А ведь интернет может грандиозно поспособствовать преобразованию общества. В настоящий момент мы видим, что на некоторых рынках даже пользователи мобильных телефонов, смартфонов остаются без доступа к интернету. Если же говорить о пандемии коронавируса, то мы заметили, что она оказала огромное влияние на человеческую жизнь. Это влияние мы заметили еще в марте прошлого года, и мы заметили значительную разницу между теми, у кого был доступ к интернету, и теми, у кого этого доступа не было. И на самом деле, те, у кого был доступ к интернету, могли жить практически так, как они жили раньше. Они могли делать покупки через интернет, они могли поддерживать связи, общаться по интернету. Их дети могли участвовать в школьных занятиях. А все это потому, что у них были инструменты, необходимые для образования.
К сожалению, в других странах такого не было. Есть такие страны, в которых дети с марта минувшего года в школу не ходят, потому что у них нет доступа к цифровым инструментам. Значит, можно сказать, что это в некотором смысле потерянные поколения в некоторых странах. Дети не могут пользоваться образовательными услугами, и мы тут замечаем уже пробел или бездну, которая создается между этими группами стран. Мы заметили, что на многих рынках значительно выросли потоки в интернете. В некоторых странах это был рост на 170% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, что показывает, что люди во все большей степени пользуются интернетом. Мы видим это и в Африке, на тех рынках, на которых мы присутствуем. Наша стратегия предполагает развитие инфраструктуры широкополосного интернета на протяжении последующих 2-3 лет, так, чтобы на тех рынках, на которых мы присутствуем сейчас, даже 90% пользователей имело доступ к как минимум 3G-технологии. Мы считаем, что это весьма необходимо, и дело в том, чтобы обеспечить доступом к интернету всех, потому что это одна из целей устойчивого развития ООН, которые мы должны выполнить до 2030 года. Мы хотим ускорить этот процесс и хотим сотрудничать с разными субъектами, которые могут поспособствовать ускорению этого процесса. Мы хотим использовать современные альтернативы, технологии так, чтобы обеспечить доступ к интернету также для тех, у кого этого доступа пока нет. Мы считаем, что всеобщий доступ к интернету должен считаться одним из основных прав человека. Это важный вопрос, который нуждается в сотрудничестве частного и государственного секторов. Мы считаем, что интернет должен быть открытым, обеспечивать свободное прохождение данных, но мы также хотим заботиться о безопасности в интернете. Это для нас три основных момента, которыми мы должны обеспечить всех пользователей. Мы хотим обратиться также к таким организациям, как ITU и другим международным организациям, чтобы они поддерживали стремление операторов, таких как наша компания. Мы хотим действовать в соответствии с действующим законодательством отдельных стран, хотим также обеспечить людей доступом к услугам здравоохранения и образования через интернет. Это не очень важно в контексте экономического и социального развития различных стран, особенно африканских стран, в которых в большей мере прогресс зависит от доступа к цифровым инструментам. Я бы хотел передать вам мои самые сердечные пожелания плодотворных дискуссий, прений, и надеюсь, что такие мероприятия, как саммит ЕФГ, будут проходить и в будущем. And now I have a great pleasure in inviting to the stage Ms. Kosiwawi Anna Akpau-Kamasa, who is with us in Katowice. Welcome to the stage. Kosiwawi Akpau-Kamasa, которая с нами на сцене. Приглашаю. Thank you, moderator. Спасибо огромное, госпожа модератор. Приветствую всех от всего сердца. Это для меня большое удовольствие, что я могу быть сегодня здесь. Меня зовут Анна Косиуави Акпау-Камаса. Я студентка из Того. Я представляю сообщество молодых людей вокруг цифрового саммита ООН. Я очень интересуюсь вопросами, связанными с управлением интернетом. Огромное спасибо за возможность
выступить сегодня перед вами и обратиться к вам. Однако я помню, что где-то за мной стоят миллионы молодых людей, у которых нет такой возможности, чтобы выступать непосредственно перед вами, как я сегодня. Все мы очень многому научились во время пандемии. Один из уроков, которые мы можем извлечь из пандемии, это то, что доступ в интернет стал правом человека, потому что отсутствие такого доступа не дает доступа к образованию. Я хочу, чтобы правительство отдельных государств и организации, такие как Организация Объединенных Наций, обеспечили возможность сотрудничества для достижения целей устойчивого развития, в частности, цели 17. Как представитель молодежи, я хочу подчеркнуть, что эти вопросы являются для нас весьма важными. Спасибо. Спасибо огромное. Сейчас, уважаемые дамы и господа, хочу передать слово госпоже Мириам Кюне, которая является главой организации RIPE. Мириам, вы нас слышите? Доброе утро. Доброе утро, Мириам. Вы меня слышите? Да, слышим. Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, друзья, собранные здесь в Катовице, меня зовут Мириам Кюне, я глава RIPE Community, и сегодня я буду высказываться от имени технологического сообщества интернета RIPE. Это организация, которая занимается координацией технических вопросов. Это сеть операторов в Европе и не только. От всей души благодарю вас за приглашение принять участие в церемонии открытия IGF 2021 года. В частности, хочу поблагодарить организаторов Польши за их работу, которая позволяет нам вести эту дискуссию. Очень важны наши совместные усилия в сторону инноваций, в сторону создания безопасного пространства, где мы можем создавать такие гибридные события, мероприятия. Наш ответ на кризис, вызванный пандемией COVID-19, показал, насколько важен интернет в нашей повседневной жизни. Это именно интернет позволил нам во время пандемии вести нашу нормальную жизнь почти бесперебойно. Это стало возможным благодаря сотрудничеству, благодаря координации технического сообщества, в частности, те, кто отвечает за управление интернетом и который управляет инфраструктурой интернета. Я была очень впечатлена, как операторы помогали друг другу, как они справлялись с карантином, с повторяющимся локдауном, с тем, что они не могли ходить на работу. Центры данных, операторы сетей работали беспрестанно, и мы все могли пользоваться результатами их работы. Делиться знаниями, информацией, учиться друг от друга – это интегральный элемент этого сообщества. Именно поэтому интернет вообще имеет право на существование. Сообщество RIPE во время своей истории, насчитывающей уже 30 лет, характеризуется открытостью к дебатам, к дискуссии. Мы очень разнообразное сообщество, это многосторонняя организация. И мы все понимаем, что успех интернета также связан с определенными обязательствами. Если мы должны гарантировать бесперебойное
функционирования инфраструктуры интернета, мы должны позаботиться о том, чтобы доступ как можно большего количества людей был гарантирован. Мы должны также позаботиться о регулировании и законодательно-правовой базе. А государственная политика, публичная политика имеет большую роль. Те, кто принимает решения, представители законодателей, должны сегодня задуматься о том, как внедрять новые решения. Не следует забывать о том, что внедряемые новые инструменты политики будут также очень мощным инструментом, который должен обсуждаться в рамках международного сообщества. Именно поэтому сегодняшний саммит является так важным, потому что он собирает людей, представляющих разные отрасли, разные индустрии с разными знаниями, и данный саммит позволяет вести открытый диалог. И саммит – это очень разнообразная человеческая группа. Мы должны думать о том, что работает, что не работает, какие опасения существуют среди разных групп участников. Следует помнить о том, что операторы сетей в рамках RIPE также координируют свои усилия, гарантируя то, что мы можем пользоваться возможностями работы в онлайновом режиме, что мы можем сотрудничать друг с другом в прозрачной среде. Саммит IGF сам по себе также развивается, стараясь удовлетворять потребности меняющегося мира. Давайте помнить о том, что польза от интернета уходит своими корнями в сеть, которая должна быть открытой, однообразной, стабильной. Мы хотели бы позаботиться, чтобы именно такой была эта сеть. Огромное спасибо за ваше внимание. Желаю вам удачно провести прения сейчас в наши дни. Это была Мириам Кюна из RIPE. Сейчас, уважаемые дамы и господа, хочу пригласить на сцену уполномоченного правительства Республики Польша по форуму ООН господина Кшиштофа Шуберта. Вам слово. Приветствую вас на сцене, передаю вам слово, уважаемые гости, господин премьер-министр, министры, уважаемые гости. Мне очень приятно присутствовать здесь лично, в Катовице. Это город, который меняется, трансформируется, который является инновационным городом. Мне выпала честь резюмировать первый день и рассказать, что еще у нас впереди. Это очень насыщенный день, у нас насыщенная повестка дня, очень разнообразное сообщество, которое будет дискутировать, обсуждать вызовы интернет-мира. То есть мы работаем в очень разнообразной сфере, multi-stakeholder approach, это именно мы видим в Катовице. Число зарегистрированных – это 8 тысяч человек, 4 500 здесь, он-сайт, то есть с нами, представители многих континентов, несколько десятков стран. Нам это удалось, несмотря на многие трудности. В прошлом году полностью интернет-саммит прошел в цифровом режиме с большой польской компонентой. Поляки были очень активными участниками 50 панельных дискуссий и мероприятий. Это было оценено должным образом. Сегодня у нас впереди 300 разных мероприятий. Первый день у нас впереди, о чем мы разговаривали и будем говорить. Первый – это инфраструктура, доступ в интернет, доступ в сети. Это 5G, 6G и очередные скорости. Но и доступ в интернет вообще, о чем сегодня говорилось. Второе – это очень широкая тема. Это услуги цифрового мира, которые оказывают
называется администрации, бизнеса. И за последние два года во время пандемии мы увидели, насколько важен цифровой мир. Без этого не было бы взаимосвязи с госадминистрацией, мы не могли бы обучаться, мы не могли бы оформлять разные деловые встречи и так далее. Этот опыт мы накопили все, и появились очень многие приложения для удаленной работы. Многие эти элементы с нами останутся. И третья сфера – это компетенции цифрового мира в самом широком понимании. Чем больше мы прогружаемся в интернет-мир, тем больше у нас рисков, связанных с разными ситуациями. Это, конечно, очень важная сфера. Четвертая сфера – это кибербезопасность в широком понимании. С точки зрения предприятий, госадминистрации, граждан. Это очень широкая сфера. И еще два важных блока, которые появились во время встреч. Это необходимость международного сотрудничества, в частности, многостороннего сотрудничества, где бизнес, госадминистрация, мир науки, мир неправительственных организаций, технологических организаций на разных правах разговаривают, обсуждают разные темы друг с другом, разрабатывают стандарты. И также цифровое сотрудничество между государствами в разных форматах. У нас была возможность встретиться с разными министрами из разных стран мира, разговаривать о возможности сотрудничества в разных форматах, в частности, Европейского Союза, Вышеградская четверка, система трех морей и так далее. И также мы провели очень много разговоров об инвестициях, как поддерживать цифровое развитие без финансирования. Мы имеем в виду стартапы, маленькие, малые предприятия и разные элементы. Это вот все эти новые темы, которые появились в рамках IGF. И очень важная составная – это саммит молодежи, это встреча более опытных кадров с молодежью, с теми, кто сейчас выходят на рынок труда, и это было очень важным элементом, но оказалось, что здесь была полная аудитория в международном конференц-центре в городе Катовице. Это был первый день и вечер. Мы резюмировали прекрасным концертом в зале Носпра. Очень много артистов, много новых интерпретаций, очень приятное время. А у нас впереди еще 4 дня, то есть у нас еще встречи высокого уровня, несколько десятков очень важных мероприятий. Все это еще у нас впереди. Я лично хочу поблагодарить Организацию Объединенных Наций за то, что Польша получила право на организацию IGF 2021 года, хотя уже многие годы наша перспектива меняется в сторону более стратегическую. То есть мы говорим не только об управлении интернетом, а мы говорим также о том, что работает в интернете. Это регулирование, это будущие технологии, это квантовые технологии, high-performance computing и так далее. Это то, о чем мы во время первого дня разговаривали. Мы, несомненно, будем это продолжать в течение очередных дней. И я приглашаю вас принимать активное участие, комментировать, быть активными во время всех мероприятий с хэштегом IGF2021. Спасибо большое за ваше присутствие. Большое спасибо, Кшиштоф Шуберт. Спасибо за введение в открытие нашего форума. Подходим к концу официальной церемонии открытия. И еще с нескольким мы хотим к вам обратиться. Сейчас перед вами выступит замечательный артист,
на церемонии открытия EGF 2021. Это будет артист, пианист, менеджер, но также и предприниматель, и оратор. Он начал учиться игре на рояле в возрасте 14 лет, а незадолго он победил на первом музыкальном конкурсе. Когда ему было 16 лет, он выступал уже в Париже. Переломный момент — 2010 год, когда он выступил на самом престижном конкурсе пианистов в мире, а именно на международном конкурсе пианистов имени Фредерика Шопена. Он выступал в Европе, Азии, обеих Америках, в самых престижных концерт-залах мира. А недавно вместе с супругой они создали специальную премию. Он сегодня с нами в Катовице и сыграет для нас три произведения. Это будет произведение Войцеха Киллера, это будет полонез ас минор, а кроме того, он расскажет нам, насколько важно обучение музыке, музыкальное образование для нас всех, кто живем в мире технологий и искусственного интеллекта. Встречайте аплодисментами перед нами Ингольф Вундер. Ингольф Вундер. Thank you.
Thank you very much. Сердечно благодарю. It's my huge pleasure to be here today in Poland at the IGF and to talk to such a great. Это для меня огромное удовольствие быть в Польше здесь во время цифрового саммита ООН. Я рад, что могу с вами здесь быть, с людьми, так близко к которым тема цифровых изменений. Сегодня я хочу сказать пару слов о том, насколько важна высококачественная музыка и музыкальное образование в мире цифровых технологий и искусственного интеллекта. Мы окружены технологией, живем в мире, в котором со всех сторон к нам добираются различные стимулы. Смартфоны — наши повседневные товарищи, особенно сегодня, в это сумасшедшее время, в которой мы живем, мы все больше соединены с другими при помощи компьютеров. Я, как вам, наверное, уже известно, музыкант, но моя жена и я тоже, мы организовали компанию типа стартап, мы занимаемся компьютерными интернет-технологиями, я их обожаю. И так на самом деле я замечаю то, каким образом технология оказывает влияние на жизнь людей. Но все же наши привычки, связанные с пользованием технологиями, изменятся в будущем. Мы можем предположить, что на самом деле искусственный интеллект будет оказывать воздействие на все сферы нашей жизни. Благодаря системам искусственного интеллекта мы будем все время оставаться на связи с передачами аудио и видео круглосуточно. Скорость передачи данных будет неимоверно быстрой. Стоит помнить о том, что в нашем уме у нас есть сознательный и подсознательный слой. И если говорить об этом сознательном слое, о нашем сознании, то скорость передачи данных равна от 42 миллионов битов в секунду от 40 до 100 битов в секунду, а передача данных через компьютеры, она еще выше. То есть наш ум может сосредоточиться на нескольких вещах, а наша подсознательная часть, которая обрабатывает информацию еще быстрее, может обрабатывать как бы на заднем фоне, и это все остается в нашем подсознании. Поэтому при всем этом притоке контента мы ощущаем также и музыку. Это то, от чего нам убежать нельзя. Даже если мы прикроем наши уши, звуки к нам будут добираться. Но прежде чем задуматься глубже о связи между музыкой и технологией, стоит дать ответ на основные вопросы. Почему музыка и звуки столь важны для нас, как людей, для наших тел, для нашего организма? Почему это так существенно? Прежде всего, потому что звуки мы обрабатываем быстрее всего. Значит, нам очень легко усвоить звуки. И музыка влияет на наши ощущения, может нас сделать счастливыми, усталыми. Она помогает нам сосредоточиться. И также очень
прямым образом переводится на то, как мы чувствуем себя сегодня. Почему? Из-за частот. Не будем забывать о том, что музыка — это в основном частоты. И если подумать о том, из чего состоит наш организм, то мы придем к выводу, что он состоит из множества клеток, каждая из которых тоже обладает своей частотой. Ведь мы говорим о волнах. И если мы научно подойдем к этому явлению, то увидим, что музыка может оказывать прямое биологическое влияние на наш организм. То, что мы ощущаем, переводится на наши мысли, на наше самочувство. Следовательно, то, что мы слышим, оказывает непосредственное влияние на то, как функционирует наш организм, даже то, как ДНК кодирует белки, как белки выстраивают клетки, а клетки строят нас самих. Миллиарды клеток отмирают ежедневно в нашем организме, и они заменяются новыми клетками. И эти новые клетки непосредственно изменяться той действительностью, в которой мы живем. Когда я об этом узнал впервые, то это было для меня нечто неимоверное. Научно было доказано, что звуки, которые к нам попадают, изменяют нас как биологические индивиды. Я как музык осознаю это, и я могу подтвердить, что влияние музыки на наше тело и наш ум неимоверен. Неимоверно глубоко. Чем лучше качество музыки, тем больше изменений она может вводить в нашу жизнь и действительно. А что это такое высококачественная музыка? Это та музыка, которая поставляет нашему организму оттенки, несет эмоциональные сообщения. Ведь очень много информации попадает к нам в виде звуков. Будем ли мы музыкантами или нет, это будут вопросы, которые для нас существенны и влияют на нас. Итак, научно было доказано, что музыка оказывает влияние на нашу жизнь, на наш организм, особенно высококачественная музыка. Итак, если мы это знаем, то почему бы нам общаться при помощи музыки низкого, плохого качества, у которого меньше оттенков, которая несет меньше информации. Это можно сравнить с низкокачественной едой. Никто не хотел бы питаться за счет такой едой, разве что семилеток. Поэтому так важно ответить на вопрос, чем является качество в музыке. А даже специалистам сложно дать ответ на такой вопрос. Специалисты говорят, что на самом деле в музыке столько деталей. Это очень часто вопрос вкуса. У каждого есть свои предпочтения. И лучше всего принять доказанным то, что у каждого есть свои вкусы, и о них лучше не беседовать. Мы же будем помнить о том, что если два человека слушают одно и то же произведение, то каждый раз они услышат в нем нечто другое. Так что это субъективный момент, но есть и более объективный момент. Тот момент, который может быть научно измерен, проанализирован. Итак, если принять во внимание два этих слоя, сопоставить их, то на этом основании мы можем делать выводы о качестве данного музыкального произведения, с которым мы сталкиваемся. К сожалению, в 20-м столетии мы имели дело со значительным снижением качества музыки, что привело к тому, что миллиарды людей во всем мире повседневно общаются с музыкой низкого качества. Я не говорю о конкретных жанрах. Могут быть замечательные поп-произведения и могут быть плохого качества произведения классической музыки. Но, как я говорю, во все растущем масштабе сталкиваемся с музыкой, которая определяет чувствительность миллиардов людей в мире, и с этим мы должны справиться. Мы должны обеспечить миллиарды людей в мире доступом к высококачественной музыке. Это очень важная цель, которая заодно и вписывается в цель устойчивого развития номер 3, которая касается благосостояния и хорошего состояния здоровья, а также цель устойчивого развития номер 4, то есть высококачественное образование. Мы знаем тогда, что музыка оказывает воздействие на наш организм,
а высококачественная музыка оказывает лучшее воздействие. А как имеется к этому технология? Как вы знаете, мы стоим на технологическом распутье, все изменяется. Технология оказывает все растущее воздействие на нашу жизнь. Технологиями пользуются миллионы и миллиарды людей во всем мире. Очень часто мы говорим о том, что вскоре сотрется разница между людьми и машинами. Давайте подумаем об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект сможет в будущем, наверное, сочинять для нас персонализированные музыкальные произведения. Нам не придется учиться об этом, приобретать эти навыки. Представьте себе искусственный интеллект, который нас консультирует по юридическим вопросам или поддерживает нас по вопросам лечения. Даже не придется консультироваться с врачом. Так вот это преимущество, которое еще впереди. Некоторым это может нравиться, другие, может быть, будут вынуждены пользоваться этого типа услугами. Если же говорить о музыке, нам придется задаться вопросом о том, чем является качество. Кто будет решать о качестве? Будем ли мы решать о качестве или искусственный интеллект? Может, наше самочувствие? Нам придется задуматься о том, каким образом привести к тому, чтобы миллиарды людей во всем мире получили обратно ту чувствительность, которая позволяет им осознанно замечать разницу в качестве. Я думаю, что мы этим должны и заняться, и тут выработать решение. В прошлом происходило именно наоборот. То есть люди теряли свою чувствительность. Искусство теряло свои оттенки. Сокращалось количество заметных различий, а это означало, что мы, люди, все больше становились подобными машинам в этом плане. Мы видим, что технология развивается, искусственный интеллект становится все более распространенным, а на определенном уровне машины даже в нас не нуждаются. Они справляются со всеми своими задачами самостоятельно. Итак, если мы видим, что люди становятся все более похожими на машины, а технология развивается все быстрее, то мы замечаем, что начинаем сталкиваться с серьезной проблемой. И, конечно, поймите меня правильно. Технология создает огромные возможности. И я думаю, что технология может нам помочь в дальнейшем развитии, также в личном развитии. Нельзя тут допустить ошибку. Поскольку это человеческий фактор и вопрос качества также в музыке, это тот слой, который недостаточно еще используется в контексте изменений, с которыми мы сталкиваем. Я не хочу, чтобы мой ребенок вырастал в мире, в котором некачественная еда воспринимается как самый утонченный способ питания. И мы должны все заботиться о том, чтобы формировать свою чувствительность, чтобы мы становились в этом измерении все более человеческими, чтобы мы создавали искусство и музыку преисполненными естественностью и чувствительностью. В музыке, как и в других темах, очень важными являются вопросы ценностей, качества, но и этики. К счастью, есть стартапы, такие как, например, наш, которые занимаются этими вопросами. Мы видим, что технология развивается очень быстро. Это значит, что у нас, людей, очень немного времени, чтобы действовать и функционировать все лучше именно в этом человеческом измерении. Но я хочу сказать, что я, особенно как музыкант, оптимист. Потому что я считаю, что высококачественная музыка может в этих переменах играть первостепенную роль. Я оптимистично смотрю также на молодежь, на молодых людей, потому что я считаю, что музыкальное образование позволяет сформировать им в себе ту чувствительность, которая приведет к тому, что молодые люди, а потом взрослые, будут более чувствительно воспринимать мир, который их окружает. Я думаю, что музыкальное образование является неимоверно важным, практически столь же важным, что образование в сфере финансов, инженерии или математики. Это добавленная стоимость, и
по-моему, предметы из группы STEM, инженерия, математика — это важные вопросы, но мы должны к ним еще добавить вопрос искусства, в том числе и музыки. То есть мы должны говорить не только о предметах из группы STEM, но также и о предметах из группы STEAM, где А соответствовало бы искусству. По-моему, мы должны заботиться о собственной чувствительности и формировать у наших детей естественный интерес к прошлому. И когда в будущем мы посмотрим в прошлое, мы сможем ответить на вопрос, удалось ли в тот период, когда мы живем, найти человеку достойное место в мире, полном технологий, или, может быть, человек где-то по дороге потерялся. Еще раз. Мы должны подчеркивать качество, ценности и этика. Это те вопросы, которые мы обязаны учесть на тех поприщах, которые в общепринятом восприятии воспринимаются как субъективные. Мы можем использовать ценности музыки, чтобы формировать в себе эмпатию, чтобы становиться более счастливыми и более здоровыми людьми. А ведь именно это мы имеем в виду. Сердечно всех благодарю за внимание. Благодарю Польшу, благодарю Катовице. Это было для меня огромное удовольствие выступать перед вами. Огромное спасибо. Это был изумительный концерт, изумительное выступление. Дамы и господа, церемония открытия IGF 2021 приближается к концу. Все у нас уже началось. Желаю вам успешных, плодотворных дискуссий. И давайте будем помнить, что это открытая дискуссия на тему будущего интернета. Каждый может в ней принимать участие. Так что, пожалуйста, вносите свой вклад, принимайте участие. Спасибо всем тем, кто с нами здесь на месте в Катовице и кто с нами в онлайновом режиме. Спасибо большое. Приятного дня.